Всем привет! Это портал Geekstarter.net. Видеоблог номер... Какой вчера, Андрей, был видеоблог? 6? 5? 5, значит, это 6. Нет, 7, потому что Костя уже отстрелялся. Мы находимся возле вокзала, возле Мака, и сейчас мы двигаемся в сторону автобуса, который нас отвезет на чудесненький концерт. Так уж получилось, что еду я не один, еду со своей женушкой и со своими друзьяшками. Андрей, помаши ручкой. Спасибо. И фокус заключается в том, что они, бляха-муха, все калеки. У одной температуры... Да, у одной температуры, у моей жены, в частности. Помахаем ручкой. Понятно. А у этого... Окей, мне сказали вырезать только что то, что я сказал. Вам придется читать по губам. И только Виктория... Как Титан, чувствует себя нормально. Бодрая и весела. Впрочем, как и я. Ну, в общем, как-то так. Сколько там сейчас время? Половина восьмого, да? Да. Полетели. Один огурец. Эточки, мы приехали. Приехали! Сколько мы были в автобусе? 7 часов. 7 часов, Андрей говорит. Ты считал? В общем, 7 часов. Сейчас на часах 15.36. А концерт во сколько начинается? 19.00. Поэтому нам нужно сейчас найти место, где пожрать. А потом, соответственно, будем двигаться в сторону Олимпийского на концерт. Мы, короче, дошли до Хрещатика. Хрещатик вон там где-то. Сейчас зайдем в Билу, купим яблочек, водички. Перекусим, короче. Била вон там. Стоп, подожди, она там вообще есть? А то что-то как-то пропали вывески. И я что-то не понимаю. Одному мне кажется, что там вывески пропали. Одному мне кажется, что вывеска Била исчезла. Там написано «Центральная гастронома». А, ну ладно. А, машинки. Там пройти можно? Ну, в общем, кажется, мы нашли. Вика, нам туда. Да. В общем, мы пришли в магазинчик. Покушали, очень устали. А концерт еще даже не начался. Вот, сейчас дамы пойдут в какое-то уютное место, как оно там называлось? Подвал, там всякие хендмейды, да. А мы с Андреем пойдем в Цитрус на Хрещатике. Лапать и полуводч, да. На самом деле, я очень расстроен тем фактом, что этот магазин открыли, потому что раньше все новинки появлялись первыми в Одессе, а теперь они появляются в этом магазине. Да, в офисе я не успел их пощупать, так что делаем это прямо сейчас. Блядь, ну они маленькие получаются, я думал, они больше будут. Нет, это без... Hello, Siri. Квест? Да. Просто, чтобы люди увидели разницу по размерам. Ну, такая ситуация. Примерно. И это 42, внезапно. Ну да. Ну, по сбоку выглядит прикольно. Мне понравилась идея. О, видно, по-моему, это... знатно пролагало. Да, да, вообще очко. Ну тут и билетов дофига на самом деле. Интересно, работает Force Touch. Реально работает на самом деле. То есть если просто тапнуть, ничего не происходит. Я держу, и ничего не происходит. Но если я прижимаю, они сразу срабатывают. Ну, поставь какой-нибудь. Помнишь, ты говорил, какой-то из часов криво было сделать? А, да. Тут сейчас найду его, подожди. Там был такой. Это, по-моему, либо вот этот. Да, мужик, это он. Смотри. Он съезжает? Да, он съезжает. Если мы сейчас это дело увеличим. Давай, Samsung, фокусируйся. Ну, кривовастенько чуть-чуть. Я не знаю, ты видишь, нет, но я вижу. На самом деле,
Блин, не знаю, ну прикольные на самом деле, но... Маленькие трубы. Ну маленькие думаю, очень, нет. Реально я очень маленькие. Ну вот, пробовал просто. Я не знаю, так видно, не видно. Законнектился. Камера? Да? Да, камера коннектился сразу. А ну. О, давай салфак бахнем, или? Не, ну прикольно, прикольно, но здоровое, реально здоровое. Они довольно толстые. Они толстые и маленькие. Толстые и маленькие. Как гномик. Давай. Не знаю, это забавно. Там разные они есть. Сердечко еще. Ну, сердечко на самом деле беспонтовейшая штука. Абсолютно. Печатка прикольная. Бров есть. Ну и обычные эмоджи, которые лагают, кстати. Вообще, посмотрели мой Apple Watch? Не ахти, не фонтан. Сначала... Мы сначала думали, что это 38 миллиметров. Да, нам сначала сказали, что 38, потом я зашел в настройки Apple Watch на iPhone, и я пришел к выводу, что это было 42 миллиметра. Что это было гребаное разочарование? Это были 42, и они были прозрачные. Они лагают, чуваки, они лагают. А размер дисплея похож на то, что у Pebble, у Ярика на руках. Да, только мне в Pebble пальцем тыкать не надо, там кнопки есть, а вот здесь как бы кнопки тоже есть. Блядь, как, есть мы, а как мы перейдем это, чувак? На автобусе, да? Мы это не перейдем. Значит, нам туда. Нам туда, да, но надо как-то, как-то в переход надо. Короче, Apple Watch так себе, ребята. Когда они к нам попадут нам в офис, пойдемте в переход, то я, конечно, обязательно их возьму, подсоединю к своему несчастному iPhone 5 и поделюсь с вами более развернутым мнением. Они будут лагать вместе. Да, они будут лагать синхронно. Вот, но пока что не впечатлен. Вот нет совершенно никакого желания менять вот эту лялю на вот эти вот... Кроме как на Pebble Steel. Яблочные, да, либо на Pebble Steel. Так что как-то так. А сейчас попытаемся добраться до концерта. До стадиона, да. Мы пришли к дворцу спорта, здесь дохерища людей уже. Это еще довольно рано на самом деле. И мы пытаемся найти, где вход, потому что там очень много дырок. Мы не совсем понимаем, куда идти. А видеобложек. Короче, мы зашли в зал, уже внутри. Все пока потихонечку садятся. У нас не самые топовые места, мы не пошли в фан-зону, потому что мы слишком старые. Не, мы слишком старые для этого дерева. Мы решили сидеть. Да. Да, Вика. Не суть. В общем, примерно вот так это все выглядит. Thank you.
Thank you.
You ever heard of a song called Alibi? Born inside, the wild and mad, fading faster than the speed of lights. Took our chance, crashed and burned. No, we'll never ever know. No. Справа, мы их потеряли. Справа, справа, справа. Андрей, Андрей, Андрей. Марко Поло, Марко. Скажи пару слов о концерте, братиш. Это было охуенно. Я не могу ничего сказать другого. Это просто было, это просто было потрясающе. Мы не жалеем, не, наверное, не об одной гривне, которая была потрачена на эту поездочку. Это просто восхитительно. Ой, это будет очень много, 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 много видео будет. Невероятно. Да секундочку, Господи Иисусе, нас равно в ту сторону. В любом случае, в ту сторону. Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал, хорошего дня. Это было очищение. Слушайте хорошую музыку. Пока.